Завоз топлива в Ненецком округе осуществляется опережающими темпами. По информации муниципального предприятия Заполярного района «Севержилкомсервис», поставки каменного угля в населенные пункты, расположенные в Нижней Печоре, практически завершены. Для завершения поставок по речному направлению осталось завести 35 тонн угля в Тельвиску. «Стройсервис» поставил большой объем этого вида топлива в Оксино, Хангурий, Нельминос, Кую, Осколково и Андик. Поставки дров по реке выполнены на 53%. Большую партию нужно доставить в Нельминос – 2300 кубов. Дрова также будут поставлены в Андик, Осколково, Кую, Красное и Нринмар для нужд «Севержилкомсервиса». Выполнены первые поставки бензина по морскому направлению. Его доставили в Индигу, Шойну и Кию. В списке получателей еще 8 населенных пунктов. Поставки дизельного топлива морским путем выполнены почти на 45%. Им уже обеспечены Несь, Чижа, Шойна, Кия, Ома, Нижняя Пеша и Белушья. Объем поставленных по морскому направлению дров превысил 53% и составил более 3000 кубометров. По данным на 18 июля, дровами обеспечены Несь, Чижа, Шойна, Кия и Ваучейский. Поставки каменного угля в поселения, расположенные на морском побережье, выполнены на 47%. В общей сложности завезено более 7000 тонн этого вида топлива в Несь, Шойну, Индигу и Ваучейский. Треть нужного объема поставлена в Нижнюю Пешу.